В Шымкенте начали переобучать безработных на базе заводов и фабрик. В пилотный проект первыми включились текстильные производства. Сегодня они больше всех ощущают нехватку квалифицированных кадров. Благодаря госпрограмме продуктивной занятости и массового предпринимательства работодатели смогут решить эту проблему. До конца года получить новый профессиональный опыт смогут 500 человек. Учебные центры на базе производства – это проект Центра занятости и региональной палаты предпринимателей. В ближайшее время курсы должны открыть на заводах, специализирующихся в сфере металлургии и сельского хозяйства. Центр занятости, это трудоустройство. С палатой предпринимателей мы начали работать такую, чтобы создать при предприятии учебный центр. Человек сразу смотрит на свое рабочее место уже не сразу, уже за 3 месяца он полностью осваивается, всю детальность все обучает и приходит на работу. Ну, без работы я около 20 лет. Раньше я работала на Восходе, заканчивала швея-моторист. Ну, по специальности они отправились сюда. Я, например, довольна, что можно потом после учебы уже сразу выходить на работу.